сегодня своим любимым Диме и Кате приготовил вот такие подарки. Ну вот, мои детишки, как всегда, смотрят на телефоне мультики. Я пришел, чтобы их повеселить и отвлечь. Принес им сюрприз коробки и вот такие подарочки. Держи, Катя, держи. Выключайте скорее свои мультики и будем открывать подарочки. Ух ты, что там? Какая-то пироженка. Катя, ты любишь пироженки, да? Давай скорее открываем. Димочка, поможешь нам открыть эту вкуснейшую пироженку? Конечно же. Ух ты! Вау! Кто это? Кате понравилась пироженка, да, Кать? Это же там был внутри Мишенька, Мишутка. Все, Катя уже куда-то его уносила. Что это за брик? Часы, о которых ты мечтал, Димочка. Ух ты, какой у тебя классный железный человек. Они еще и светящиеся. Вот это два, вот это номер. Вот это у тебя часы, Димчик, класс. Ну, это, друзья, на сегодня еще не все сюрпризы. Я слышал, как-то мне один раз Димчик на ушко говорил, что он хочет домашнего питомца. Ну да, говорил. И что? Я смотрю, вы скучаете без меня, когда меня нету. Да, нам так весело, когда ты приходишь. Ура, я тоже люблю с вами играть, мои любимые детишки. И поэтому я сегодня для вас приготовил особенный сюрприз. А какой же?